Обед того ради. Ну это как зенитка чешу, блядь, да? Нихера себе, слышал? Ага, просвистел. Ебать, кстати, аж пули летают. Ебать, ебать. Тварь, бля, в городе. О, опять. А, это эти, блядь, зенитки, да. Они, видишь, взрываются там, блядь. Чего-то свистят, блядь. А вот здесь над нами, блядь, где-то видно беспилот. Вот. Вот че ты, блядь. О, сейчас. Видишь, взрываются. Видишь, оттуда где-то, ну, с воинской части стреляют. Но летят, и тут где-то взрываются в воздухе. Ну, может, дальше, может, на той стороне. Ну, нет. А так ночью хорошо было, прям вспышки такие, как они взрываются. Что, подбили уже? А вон, на терриконе что-то, видишь, дымится. Ага. Я прям по терикону херачу. Да? А вон, ля-ля-ля, прям видно, прям по макушке. Да? Ну на, посмотри. А что они туда бьют, непонятно. Видишь, там прям мысли были. Я жахну. Я прям слышал. Не взорвался. У нас же терикон дымит. Ну видишь? Это что-то мощная какая-то херня, да? Это, наверное, новое какое-то оружие притащили. Я таких раньше не слышал. Так что он не по телекону заходит? Думаю, там наблюдатель сидит такой. А, может, там уже корректировщик, думает, залез. Я не по нему туда херачили. Похренасти.